мониторинг правоприменения мы ведем, и на это тоже обращаем внимание, тем более что это связано с архангельским антимусорным протестом, который есть сейчас одна из таких горячих точек на протестной карте Российской Федерации. Там не менее, может быть, горячо, чем в Венесуэле, и мы очень внимательно смотрим за тем, что там происходит. Напомним, что там речь идет о строительстве очень большого, очень крупного мусорного полигона, называемого экотехнопарком, возле населенного пункта под названием ШИС. Местные жители протестуют против этого. В Архангельске был в начале апреля довольно большой для этого относительно небольшого города митинг. Возле самой предполагаемой стройки дежурят активисты. На них там нападают всякие чопы. Вот прям вот, так сказать, в последние дни туда прислали еще некоторое количество росгвардейцев и того, что раньше назывался ОМОНом, а теперь является Росгвардией. И там, в общем, могут быть какие-то столкновения, чего, мы надеемся, не произойдет, скажем так. Мы не хотим, чтобы это происходило. Потому что, среди всего прочего, в Архангельской области, представляете, где она находится, да, и это, в общем, большая область, не очень густонаселенная, там леса всякие разные, охотники. Там у людей очень много легального оружия на руках. Я не хочу, конечно, сказать, что это такой русский Вермонт некий, да, страна вольных реднеков, но оружия там достаточно. Стволов там у людей на руках много. Поэтому не то, чтобы нам хотелось, чтобы там устраивали какое-нибудь, так сказать, подавление протестной активности, что, в общем, было бы в высшей степени глупо. Что мы... И более того, это... регион, который большая часть России ассоциирует с собой, нежели придает ему определенную специфику. То есть за ним будут следить внимательнее, чем за некоторыми другими регионами, где осуществляется столкновение. Вы имеете в виду, что когда, например, в Ингушетии что-то происходит, ты можешь сказать, ну это Кавказ, такие своеобразные кавказские именно нравы. Так. А вот то, что происходит в Архангельске, действительно легко спроецировать на любой другой регион Средней России. Это действительно так.